Друзья, малыши из Стербунов находятся пока вот в этой огромной будке, которую вчера делали для большой собаки. Так как места не было, и они получились внепланово и внезапно, пришлось разместить их пока здесь. Место мы им сейчас готовим. Место у них будет хорошее. Сейчас навес сегодня сделаем, отдельно для малышей. А пока я прошу вашей помощи, друзья. Прошу вашей помощи, потому что мы... Ну, никак нам не вытянуть. Нам очень тяжело. Сейчас я покажу вам место, где малышам готовим вольерчик. Вот здесь у нас... Здесь у нас наш маленький гризли. Его вчера встригли, и только что я его прокапала. Ну, пока холодильная будка у него в распоряжении. Он все равно пока не ходит. Только лежит и передвигается ползком. Так немножечко сделали, чтобы воздуха было посвежее. Он хороший мальчик. Добрый, спокойный. Ну, посмотрим, как получится. Я надеюсь, что мы сможем его вытащить. Здесь у нас... Отгородили кусочек. Здесь у нас девочка, такой скелетик. Мама, ну, у нее жуткий дисбактериоз, и мы никак не можем ее вылечить. Она как скелет уже больше месяца. И мы ничем не можем восстановить ей живот. Врачи уже по-разному пытаются, и капельницы, и не капельницы. Но пока она сидит отдельно, пока мы не восстановим ей животик. А вон там, вот там мы делаем малышам вольер. Для новеньких. Всего мы вчера вывезли 19 собак. 5 из них взрослые. Не взрослые, а 3 подростка и 2 взрослых. И вот здесь мы сейчас делаем вольер. Сейчас мы отгородим это, сделаем навес, засыпем все песком. И я думаю, что после обеда малышей уже мы сюда высадим. Вольерчик будет для них хороший. Здесь будет и солнышко, и от дождя мы их закроем. А там у нас сонное царство. Ребята, я уже весь двор распланировала. Мне очень нужна помощь. Через месяц будут готовы наши документы. Мы будем называться фонд «Лохматая душа». И тогда мы начнем сбор денег на выкупку земли. То есть нам надо будет купить землю и построить приют. И я очень надеюсь, друзья, что вы будете с нами. Вот такие у нас дела. Я жду вашей помощи, друзья. Я очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.